шикарное пальто из кашемира Лора Пьяна. Здоровенькое, комфортное, сзади большая шлица. Должное надо отдать не только кашемиру Лора Пьяна, потому что это топ, самый лучший, легкий, мягкий и качественный кашемир, ну и, конечно же, воротнику. Посмотрите, какой шикарный ворот, какая необыкновенная, необычная выкладка. И сама красота, мне кажется, это, конечно же, в этом шикарном новой выкладке соболя в вороте этого пальто. Посмотрите, как смотрится это изделие в жизни. У этого пальто есть пояс. Вы можете носить без пояса, застегнуться. Есть кнопочки. Я сейчас в деталях расскажу об этом изделии, прямо детально. Есть кнопочки, есть карманы. Шикарный огромный ворот, который вы можете поднять и даже укутаться. Вы знаете, он очень большой. Очень большой, теплый, здоровенький. Этот ворот отстегивается. То есть вы его можете отстегнуть, он на кнопочках, и носить это пальто, демисезонное пальто. Я вам потом покажу, как это смотрится. Сейчас я вам покажу, как это смотрится пальто с поясом. Есть мягкий пояс. Вы можете подпоясаться. Я не буду прямо это делать, покажу таким образом. И пальто также шикарно смотрится. Замечательное пальто, я подвигаюсь, с поясом и без пояса, то есть как вы пожелаете. Захотели, вы можете приталиться. Захотели, пояс. Теперь я покажу, как отстегивается ворот. Просто накину вот пояс. Здесь есть маленькие, это не тоненькие, притоненькие кнопочки. Это делается очень легко. И вы можете носить с английским воротом демисезонное пальто. Я вам даже посмотрю. Посмотрите, как легко снимается. И у вас получилось легкое демисезонное пальто. Очень здорово, комфортно. И, скажем, на весну-осень кашемировое пальто вы можете носить отдельно. Это баргузинский соболь Сильвер цельными пластинами меха. Очень красивый ворот. Фон съемный. Вы можете одевать его в любое другое изделие. Пальто есть в наличии. Пишите, звоните. Мы делаем доставку. Милан, Италия.